Всем привет, ребятки! И меня попросили снова поиграть в Evolve. Надеюсь, вам нравится видео, которое я делаю по данной игре. И если так и есть, то прошу вас поставить лайкосик и распространить данный видос друзьям своим. Собственно, репостнуть там или что-нибудь, чтобы больше у людей увидело этот видос. Но я нашел такую тему. Еженедельно нам дают новых монстриков, и сегодня нам дали Кракена. Ну, не сегодня, в смысле в эту неделю. И мы поиграем за него. Что этот Кракен умеет? Эта хреновина дерется током. Дерется током, по-ёбнутому сказал. Короче, херачит током в своей цели. Очень она, можно сказать так, подвижна, потому что эта хреновина умеет летать. Играю за него второй раз, поэтому, ну, что получится, то получится. Сейчас посмотрим. Ну что ж, погнали, Кракен. Посмотрим, из чего ты сделан. Вот таким вот мы появляемся. Я вижу здесь, что мы немножечко не в том месте, где хотелось бы появились. Потому что мы сейчас побежим вперед, полюбасу нас охотники будут задрачивать. Поэтому мы немножечко побежим назад. Не, ну а чё? Давайте на контроле здесь посидим. Орбитальный сканер, он, скорее всего, юзнет полюбас и увидит меня. Но это да ладно. Это как бы не столь важно. Важно сейчас не попасться к ним на глаза, потому что я стараюсь придерживаться различных тактик. Сейчас мы подождем, пока они упадут. Вроде бы вот они упали. Будем юзать чутье, мы видим их. Вот они бегут. Так, сканером обнаружили. Поставили купол. Давайте сразу подеремся с ними. Как бы нужно разогнать. Нужно посмотреть, что он делает вообще, этот наш Кракен. Ага, ух ты, какая тема. Это цепная молния, да? Сученька убежал. Давайте спирали в догонку жахнем. Нихера, как он дебошит. Обосраться просто. Ну-ка, давайте еще раз. Ну-ка, давай. Ну-ка, цепную молнию, сученька. Мы тебя первый будем убивать. Стоять, нахуй. Какие гарпуны вы меня там, суки. Ну-ка, иди сюда, блядь. Стой. Стой. Ты первый в нашей копилке. Так. Жахаем цепной молнией, так как они его резнуть еще не могут. Ну-ка, ну-ка. Дабл килл. Идите сюда, сученьки, скаут. Броня монстра уничтожен. Да мне насрать, я вас здесь и так порешу всех. Сученьки. Поддержка убита. Че, резать будешь, да? А? Ой, да-да. Ну-ка. Кабум. Джим. Так, теперь ты последний. И ну-ка давай. Опана. Вот что этот сученыш может. Охренеть. Яр. Что ж, ну, как бы это сказать. Герой-то хорош. Но вот играть за него как-то не особо интересно. Я бы назвал его фейсролом. Почему? Ну, потому что не нажимай, ты все равно убьешь противника. Мне интереснее играть за призрака, но Кракен легендарный все же неплох. Ладно, еще один боек скатаю. Уж больно вам нравится эта игрулька. Так, ну, не хотят нам за монстра давать, ребят, вот нисколечки не вру сейчас. 4 боя я, блядь, играю. Я не хочу ливать, портить статистику по ливам. И 4 боя игра. Первый я сыграл, снял. Показываю вам его первым. Второй бой я сыграл за, опять же, охотника. Третий за охотника. Четвертый за охотника. Хотя, сука, в приоритете у меня стоит и монстр. Сейчас выбрали какого-то 6 уровня бомжа, играющего на Кракене. Сейчас мы ему яички-то оторвем, вы не бойтесь. Но, короче, что мы можем тут взять? Скорее всего, я возьму тему такую, которая будет передвижение мне давать. А здесь у нас нечего открывать. А нет, вольт ультразрения есть, отлично. И нет бонуса. Это у нас, как его, траппер, который имеет кошечку. Ну или, не знаю, кто там, какого-то, в общем, зверька, который бегает за этим грёбаным монстром и его выслеживает. А это легендарный Кракен, тот вот новый наш противник. И ещё попробуем ему что-нибудь сделать.
Спасибо, ребят, за то, что поправляете меня в комментариях по поводу того, что кто-то сказал, что перки нужно выбирать. Да, ребят, я понял. Сейчас я их выбираю. Это была моя ошибка, я играл без них. Огромное спасибо тем, кто написал. И еще больше, большое спасибо за то, что вы написали по поводу того, что когда я убиваю мобов, монстру легче. Блин, я даже не думал, что когда я их убиваю, он может их жрать. Это очень большой ошибкой было. Огромное спасибо за то, что сказали. Сейчас попробуем за траппера поиграть. Траппер — это крутая вещь. На самом деле, намного интереснее играть за охотников, чем за монстров. Потому что охотников много. Охотники могут какие-то тактики мутить. А монстр должен вечно убегать и так далее. Ну вот мы сейчас попробуем за этих охотничков поиграть. Я играю за траппера, как уже повторяюсь. Это тот, кто должен выслеживать в основном своих жертв, так сказать. Погнали. Еще не вечер. Кракен по тесте. Сученьку. Вот она, красавица моя. Как это назвать? Животное это. Даже не понимаю, как его назвать можно. Это, блядь, какая-то страхуёбище. Так, ну-ка, можно посмотреть на него? А хер-то там. Так, двоечка этот, сканер, потом пулеметик и какой-то гранатомет. Ну, блядь, сейчас посмотрим, короче. Врубаем карту. Мы падаем сюда. Ага. Так, следы, следы, следы. Сразу обращать внимание на следы. Вон он, вон туда побежал. Прям сразу тогда за ним ринемся. О боже, лаганы небольшие. Ну ладно, это приложится. Так, сканер. Вон она, сучка, бежит. Кракен этот. А чё на двоечку у нас? Чё это такое? Ебать. Гарпун, нахуй. Ха-ха, гарпун. Ха-ха. Охуеть. Гарпун. Гарпунные ловушки. Контролируйте поле битвы с помощью гарпунных ловушек. Вот кракен. Сейчас я под твою жопу засажу. По самое не хочу, сучка. Сейчас я тебе гарпуном-то продрявлю твои хвосты. Или что у тебя там сзади? На самом деле... Оп! Сученька, купол! Оп! Так, ну-ка давай, гарпун! И опа! Блять, перезарядочка, сучка. Ну-ка, стой! А может мне помогать тиммейты будут, нет? Я уже low health, как бы. Гарпун. Давай, давай, ну дело. Не-не-не, меня должны восстановить. Ну-ка, давай. Меня может моя киска поднимать. Вашу ж мать, вот это мажорство. Охуеть. Так, Кракен, ну-ка ты не висись, не висись. Отошел. Мы сейчас тебе... А я могу как-то направить на него кошку? Нет, видимо. Сука. Ну-ка ты, бля. Подошел. Подошел быстро к куклу. Сука. На-нах. А? О-о-о. Не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо. Кракен. А что ты за мной гоняешь? То, что я траппер, это все потому, что я жой. Это я... Вы же видели, я негритянка. Это все потому, что я негритянка и траппер. Сука, он две причины нашел, чтобы меня бить. Тварь такая. Вот ебаный расист. Ну-ка, стой. Никуда ты не пойдешь. Я самый тупой, что выследить-то его особо не могу. Потому что это траппер без отмечений. Меток, как это, блядь, назвать правильно. Ладно, попробуем. Попробуем на перерез этой сучки пойти. Их какой, блядь, черную тёлку решил подбить. Я тебе, блядь, покажу, как нигеров побежать, мудила. Получай. Так, тихо. Это молния, да, блядь, я вижу, что их молния. Мало здоровья, залупа. Ну, где мой кот? Кот. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Где ты, сука? Помогай мне. Давай. Так. Так, 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 тихо, там наше растение грызут. Надо хелпать. Ну и ёбки, блядь, бесполезные. От растений не можете спрятаться, дурни. Что за... Сука, команда такая. Ну-ка, залезаем. Так. Оба-да. Бегу, бегу, бегу. Ути-путички. Ты где, мой монстрик? Мамочка ждет тебя. Ути-пути-пути-пути. Жду тебя на обед. Сыночка. К 9 домой. Эй. О, сопля-зуб. Отстань. А-а-а. Мамочка укротит сопля-зубчика. Так, где наш кракен? Сударь кракена, вон он. Вон он бегает. Вон он, вон он, вон он. Ну-ка давай. Деточка, я ж тебе... Я ж по-хорошему хочу. Опа, вкопал, суку. Так, где ты? Сейчас мы с тобой разберемся. По-мужски, хоть я и баба, но по-мужски. Ну-ка, блядь. Гарпун, куда кинуть? Гарпун, давай. Так, подходи. Оп.
на землю, гарпунец, потом еще один гарпунец. Эй, какие нахуй ты? Отошел. Гарпунец. Так, быш. Убил меня такой. Вашу мать. Что делать? Он меня убил. Нет, ну вы поняли. Сучара. Ладно. Еще раз попытаемся. Так, ну а сейчас новая попыточка. А хер там. Заинтриговал я тебя, да? Не будет, ребята, в этом видео новой попыточки, так как видос растягивается на довольно небольшой или даже большой промежуток времени, а выкладывать сразу много геймплея мне не хочется. Давайте же поддержим меня и наберем на следующем видосе, который выйдет, ну то бишь на этом, 20 лайков. И как только соберется 20 лайков, я постараюсь выложить новый видос с геймплеем уже за траппера. Я надеюсь, вам интересно, когда я играю за каких-то таких не монстров. За них тоже прикольный геймплей. И прошу вас еще раз репостнуть этот видос к себе в ВК как-нибудь, либо написать друзьям об этом в ВК. Я просто пытаюсь развить канал, чтобы было больше народу и была мотивация снимать, в общем-то. Ну а с вами был Андрей, канал Storch Studio. Спасибо за просмотр и до новых видео. Покеда!